Всем привет, друзья! С вами канал ДТВ. И сегодня мы рассмотрим оксиметр Pulse Oximeter Fingertip. Оксиметр служит для определения кислорода в крови. Если у вас проблемы с легкими, если коронавирус, вот сейчас это очень актуально, пневмония, туберкулез, он определяет, значит, как вы знаете, 95% и ниже уровень кислорода — это плохо на сегодняшний день. Вот, ну и соответственно 92% — это уже просто уже плохо, человек это практически не живой человек. Такой аппарат должен иметь каждый у себя дома. Давайте мы его сейчас откроем, посмотрим, что у нас здесь внутри. Итак, здесь у нас инструкция. Она на английском языке. Ну, давайте-ка мы инструкцию уберем. В принципе, нам не нужна. Вот здесь тоже на эту камеру покажу. На основную смотрите там. Так. Далее. Я уже, конечно же, распаковал. Вот такой оксиметр. Значит, стоит он на Алиэкспрессе 1300 рублей. Вот здесь, значит, в Санкт-Петербурге либо в Москве, если его покупать в магазинах, он будет стоить 3000 рублей. Значит, ссылочку я вам скину под описанием, где ее можно приобрести. Кстати, ее можно будет приобрести со скидкой. Вот этот оксиметр со скидкой, там по моей реферальной программе, соответственно, ее можно будет купить дешевле. Ну, она уже со скидкой будет идти в качестве бонуса. Так, коробочку еще раз покажу. Ничего особенного. Давайте я сейчас покажу, как она замеряет. В моем случае я сейчас, у меня небольшая простуда. Вот, и мы, значит, измеряем именно указательным пальцем правой руки, вставляем и нажимаем. И что мы видим? Сейчас мы увидим показания. Пульс. И 98%, видите, это как раз идет уровень кислорода. Вот, ну, как бы это норма считается, 98-100. Пульс у меня, видите, под 90, ну, потому что болею сейчас, 89. Все очень четко замеряет. Это не какой-то непонятный Сазона за 500 рублей аппарат. Это именно хороший аппарат. Вот. Я вам здесь тоже покажу. Вот. Все, подписывайтесь на канал ДТВ. Будьте здоровы, не болейте. Обязательно покупайте данный товар. Всем пока-пока.